зашел. Это сейчас с Маном Джея и начнем. Ты думаешь, я с вот этими раками захилю втроем? Ты че, вас четверо. Каску. Видит тебя как в барве, да? Кстати, человек каску бахните правильно. Джейси, бахни каску правильно, Джейси. Джейси. Нужно больше ярости. Все, запускаюсь и готов. Альфхаус, ты начинаешь. Я первый начинаю, да? Да. Услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний от... Попал, только пал, когда заберешь, прожмешь эту божественную защиту. Кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного. Прикуйте, пожалуйста, на Альфхаус. Не стойте в огне, отойдите на 15 метров, чтобы когда он сбивал каст, вас не забивал. Был призван Гормак. Кому истерит, блядь? Дай Ханту Йорн, пятая пать. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно... Геру дадите скула, чтобы быстро возлить. Давайте, 3, 2, 1. У нас один токолог, да? Ой, один круг. Захиливайте пробивание. Смотрим, лужи не стоим. Вышли, слушай, вышли. Найс, Альфхаус, прожми по кровь вампира, сейчас будет третий. Уже повылазили все. Турники, прожмись. Захиливайте его. Бывает, добиваем. Сбивайтесь на воль. Сейчас турники забирает правого червя, мы все играем в правого. Альфхаус. А турники берет левого, и мы его не трогаем. Это твой червь, Альфхаус. Все, забираем. Бьем всю жуткую чешую. Мой ник читается Альфон. Сорян. Можно не заходите только. Смотрим лужу. Лужа отбежала. Отводи, Альфонс. Не стойте. Дебаф есть, Войд забирай. Беги, Альфонс, Фрейн. Темным человечком беги. Дерево. Все нормально, просто добиваем эту фигню и все. Давай, турники забирай, и когда я скажу, отведешь. Не, в лужу туда не поворачивай. Смотрим лужу 5 секунд, не беги. Отбежали. Все, тут остановись. Вам себе снимешь дебаф, который на тебя сейчас висит. Перед мобами сбегай. Все, снимай баблом дебаф, альфом станешь босс. На арену выходит ледяной рев. Сражайтесь или погибнете, герои! Титанчи его.
Прохильте ратники, дайте ход. Приступал. Вижу, на ком. Бегите, 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 бегите. Снимай, 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 Йорн. Йорн. Почему я, если я был далеко? Да и вообще далеко было от него сильно. Говно какое-то, больше так не буду ходить. Смотрим, все, сейчас он на меня бежит. Армаз. Подымите его, пожалуйста, блин. Откройте трофей. Фурика. Сверху. Джерри, он брат, браток, братишка. Что ты хочешь? Дай грудочину, она все равно нахуй никому не нужна. 100 голд. Ладно. Хотя нет, иди нахуй вообще. Выкинь грудочину, на, тканью. Да-да. Да она нахуй тут никому не нужна, гонишь? О, хоть надену, бля, не буду таким конченым, бля. Короче, Хераксус, нужно будет дистеблить дебаф злой и удалочка, и все. А, Альфонс, готов? Альфонс. Да, да, я готов. И надо будет захиливать цели, и будет лужа как на лане. Я когда скажу, Милик, ты просто выбежишь. Я скажу, я буду все проговаривать, все будет нормально, все будет чётко. Хилимся. Слышь, Дим, там это, покорители мне, Анроум, я спрашивал нахуй, они никому не нужны. Это напомню, какому ты ханту хотел, чтобы я кидал истерии? В первой пати или в какой? Пятый. Так, все. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! И порталы, пожалуйста, заливаем сразу, как я говорил, порталы, големы, все сразу заливаем. Мастером призыва, ты покорен мне, демон. Просто тут ДПС рейда слабый, типа, амнистрия апает тебе раны, так что лучше пусть тебя бросает, ты хуловый хант, апает, так что такое. Я говорю бросать ему профит, ну давайте кидайте ярмо истерию начинает. Закинуть сейчас врата, сейчас врата. Пить. Все бьем врата, все врата играем. Альфа резакил. Саурончик, беги, беги, беги. Смотри метку. И заклинание на этом. Эпилепса захил. Тоже баги бейте.
смотрю метку. Метка секунда. Термик, беги, беги, беги. Друкаса захил, захил Друкаса. Блин, скоро будут инфернальные порталы, готовим сай 5 гимн на хп, или 5, скажу, когда. Инфернал, все порталы, все порталы, 5 гимн на хп, пой. Джей, беги, беги, Джей. Заливаем, заливаем голема. Голема, после идем, заливаем голема, по нео ешь. Идем на хп, вивади, вивади, идем на хп, сливай. А теперь в лорда играем. Смотри, метка. У АДК в первой пати, не могу прочитать ник, закил. Игрушка, беги. Саурон еще захил. Смотрим, сейчас будет стаки на лорде. Уже были. Я проебался. Все, добиваем босс. Нертей, пуга в скамрейде, хорош. Че тут упало? Параша упала. Пояс, ладно. Не мастерство. Ладно. Короче, рецепты на продажу ролики, кто хочет. Собаки Альянса. Вы выпустили повелителя демонов на кто там? Войт Чарджер 99. Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским. Ролики терпеть. Успокойтесь! Никакого заговора здесь нет. Чернокнижник заигрался и поплатился за это. Ролики сфера. Турнир продолжается. Игрушка и АДК переролить. Это что-то надо, я просто не хочу эту фигню разруливать, пишите, я отдам. И все от этого, Бакс, спекайся, пожалуйста, в Вара. Void Charger тоже спекайся в протовар. Будете два протовара. Лёша, отойди, пожалуйста, туда, к нам, своим сам. Ну тогда Бакс и АДК, рольте топор, чтобы я знал, кому отдать. Кидаю АДК на меня. Ну, АДК. Ну подожди, я его найду в сумке только. Паша, Йорн, ты тут? Ой, Лёша, ты тут? Отойди, пожалуйста, оттуда, чтобы я запустил, и мы уже начали бить чемпиона. Лёша! Нахер, он сразу подойдёт. Ладно, без него убьём, если чё. Нет. Сюда. Не в этой жизни. Он вылетит, я запущу, чтобы не сагрились чемпионы. Так, Войд в танке, Бакс в танке, Турнки в танке, Альфонс в танке. АДК включишь Фрост Ауру, если что, будешь тоже танчить вместе с ним. Блин, а, кто ли много говорил. Йорн, ты тут, Йорн? Лёш, Лёша, раз, два, три. Что-то его не выкидывает из инста. Ну тоже прошло, а не выкинул, нормально. Пускай. Встретитесь с могучими рыцарями серебряного авангарда.
Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! Так, смотрим. Звездочку танчит Альфонс. Шокула танчит. Это кружочек White Charger. Бакс, ты танчишь ромбик. И кто там еще в танке? А, Этерники. Антерник, где ты танчишь треугольник, это охотник. Все, мы заливаем сначала Лока, это крест. После креста мы убьем Рогу, это звезда. После звезды мы будем убивать шамана и Холи Паладина. Лок Сауронич, кидай в изгнание Эрдру. На тебе на него звезду сразу, это полумесяц, он должен быть в изгнании. И Фиряй квадрат, это шаман. Чек. А АДК вытяни нам этого Лока. Все готовы, погнали. Разобрали танки свои цели. И вытягиваем Лока и убиваем крест. Этот Эхприз просто масса, дисталь по рейду и все. Геру дистал. Только с него хватки. Хватка уже не на кадеке, не рогу. Звезду, все звезду играем. А нет, звезда далеко не играем в нее. Играем в Холи Пала, Вилена, это крест. Все в крест. Креста будете бить боб стал. После это баба. После креста будете бить треугольник, это охотник. Хватит, все в треугольник в охотника играем. После треугольника будете бить Бриена, приход ночи, это ШП. Потом крест. ШП будете бить Нузла Чародея, это мафия, у него череп. Беги, малышка, беги! Надо подождать. Не-не, оставьте мага, он после роги, бейте Тирия, Клинок, Сумерек, Ромбик. Пока не прыгнул в рай. Сейчас.
Тирия будете бить самого, это квадрат. Хватит, все шумом. После шамана бейте бара, который в рейде, не отряди его, Вайт, мы будем его убить. Отслагивался, окей. Давайте все по бару играем, это круг. После круга будем играть чарик, это охотник. Вот и тут, видите, если нормальный ДК танчит робо, он ни разу в райки не придет. За ДК проще держать робо. Говорю просто, тогда, когда мы шли на ДБ, робо сорвался в райф с ДК. Бейте все мага, черри. Это когда на прошлой неделе ты имеешь? Да, когда там... Не, он нам, робо нам не был. Понял, я протопалом был. Ну типа ДК проще танчить просто. Ну да, да. Все это друля. И после друга дря добьете рог. Просто у тебя есть моментальный грипп, если вам типа подгоняться. Там в оковах его держим вообще похуй. В оковах мы набираем, все, давайте дайте рог. Это что за нафиг? Сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? 6 мм. Великий воин. Вот танка поднял упал. Истинная опасность. Сука. Впереди. Нас ждет Давайте все. С королем Личом. Так, Роялт и Друкус перерол. Ебачитер. Че в итоге, Дарки все рецепты забирают? Нормально, нормально. И какая разница, это типа каждый себя на продаж? Да похуй. Right. 96 бакс. Вон 98, блять. Питай бакс, Альфонс, вроде себе, Вот чётко я кинул, бля. Понимаете, Альфонс, сфера. Самая классная фигня. Та-та-та-дам! Роль. Лич, давай я возьму. А чёрт! Это с ролем, это фигня Джейси. Джейси, ты же мне отдаёшь, правда, как классному танковару. Джейси? Да-да. Я тебя не могу найти, Ава нашел. Рольт. Надо кому-то эту хрень. На там смотри, что как хочешь. Сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание.
из глубин ледяной короны. Так, пацаны, сейчас в квартире, отойдите все от центра, пожалуйста. Сейчас все расскажу, как что делать. От центра, от центра. Сейчас мы доберем ДД кого-то из гильдии, чтобы убить. Леша, ты пришел, Леш? Леша! Леша, Леша. Дэйв. Да так, ебаный. Не знаю, не знаю, если прокнет. Короче, это, турники, бери белую сферу. И охотник, щелочка, бери белую сферу, напулишь Эдис погибель тьмы на протопала Этерники. Пал, ты где, Этерники? Возьми белую сферку. Все хорошо. И у нас телефон станчит, чек на бартную готовность. Тут спецнава надо считывать рейд по-жесткому. Если что, дадим Геру. Так, все готовы. 3, 2, погнали. Я знаю. Такие белые сферы с черным дебафом. Бегайте, не напрягайте килов. Смотрим спецспособность, говорю, что делать. Спецспособность. Хант, возьми черную воронку, Хант. И бей белую валь. Все, бьем валь. Смотрите, на вас стакается дебаф. Сейчас попробуйте сладить один черный шар. Вот отлично, весь рейд получил баф. А, бейте. Ну, пашки, как может. Бей тоже слабый черный шар, все. Способность 3, 2, 1. Бьем валь. Все, добиваем просто. Ночь это что мы быстро очень убили, нифига себе. Что за хуйня падает, блять, ебаный в рот. Кофей, рольки. Ну тут только токены ценные, все остальное тут. Так, кто там игрушка? Другус. Только ценные. Запустите кто-то этого типа, чтобы нас кинуло далеко. Рольт. Угу. Славик, спекай снизь в протовар. Рольт. А, эти ноги я заберу себе, не рольт. Мы примем любой вызов. Рольт, я. Себе тоже заберу, потому что на турнике хорошо. Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяной короны и разнесем в клочья остатки плети. Так, Славик спекнулся в протобар, а турники в протопале. Нам нужен один ДД, чтобы залить без этого. Нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь, и я покажу тебе заслуженную смерть. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут приносить... Злой, зайди вторым окном своим ШП, а магом просто постой, пока. Да я магом нормально нанесу, что ты гонишь.
Давайте все к жуку. Вой, ты танчишь слева, турники, ты танчишь справа, трэш. Каз сбиваешь и турники, Славик, ты знаешь, как сбивать каз, да, там типа... Ну ты понял, удар щитом. Давай, сейчас зайду за ШП, слышь. Так я тебе пати кидаю, ты не берешь. И тебе шкаф. Шкаф выпани, Саурончик. Саурончик, шкаф. Бог, шкаф. Ну давай, Бакс, я дам тебе щит, что-то. Кинь трек. Суманить? Ща тут лак что-то не ставит щит. У нас, кстати, падал кто-нибудь или никто не падал? Да падали. Падали там на первом боссе. И все, да? На первом боссе только сдох этот Рома и Прист. Да. Хорош, пацаны, просто хорош. Вот, поставь шкаф. Ну, короче, вы знаете, как хилить, не буду вам ничего рассказывать, как танчить, вы тоже знаете, тоже ничего не буду рассказывать, просто чек. Подожди, дайте фулл баф по присту. А, считай, пожалуйста, каска приста баф, инту, лапу и... Кулак и под руин. Кулак под руин, да. Кулак. Алина, под дай МК по моему присту. На тебе МК будет. Вальди, ты тут? Так, инту я сейчас сам дам. Дайте, а, все нормально. Наверное. И Вальди, ты тут? И Вальди. Злой, что тебе не хватает? Все нормально, я случайно отменял. Рома, ты тут, Ром? Ладно, начинай, Альфонс. Это место станет вашей могилой. Так, у нас минус один, так что я скажу, когда переключаться в трэш. Совы, звездопад, сбить всю эту кургу сверху. Подводите трэш под босс. Так, под боссы, говорю, когда 3-2, все трэш. Ну, Альфонс, что ты делаешь? Меч не вкачан. Вот и ты танчишь с пушкой, которая в тебя не вкачан? Так что сам не знал вначале. Езжай по дымигу, да, вот. Я уже поменялся. Зачем танчить с тем, что у тебя не вкачан? Изначально не знал. Я их за этим не сидел. Эти все на барака. Вообще не успеваем по ДД. Давайте трэш. Бежали, упик, беги, беги на такую фигню, да-да-да, все. Подбивайте трэш.
Эти жуков, жуки, вылезли. Блять, нахуй вот это делать. Рака много хп босса. Хватим трэш. Давайте всех трэш. Сбить его. Ой. Ждать еще один трэш. Доливать. Да, мы зальем. Все, давайте трэш, трэш. Берем трэш. Сейчас выйдет трэш. Не выходит. Стоп по боссу, стоп по боссу, по боссу, стоп. А, и все, ладно, Геру, забирайте этот трэш, забирайте трэш. Забирайте этот трэш, забирайте, ребята. Только танков хилим, рейд не хилим, рейд не хилим. Только танков, только эрдру хватает рейд, и все. Он стреляет, режу хил. Я режу хил. Турните, давай сакру, турните сакру. Стоп хил, только танков и добиваем босса. Не хильте, только бейте босса. Я офигею, без смертей, Рома и... просто жесть. Я в шоке. Смотрите, власть упала, какой-то сапог упал. Какого часа надо было или нет? Ярость гороша упала, пацаны. О, власть, нормально. Я оденусь сегодня.